Всем привет. Так, недавно я купил вот такую вот. Первый раз я купил такую штуковину. Это сенегальская проса. Колосья. Ни разу не покупал до этого. Вот, попробую. Предназначена она для попугаев. Ну, для многих. Для многого вида птиц. Вот. Чем плюс в колосьях? То, что и птица будет чем-то занята. Вот занята выковыриванием этих зернышек оттуда. Вот, и все-таки лишние физические упражнения будет совершать. Вот стоимость, так, производитель компании Рио. Стоимость такого удовольствия для ваших пернатых составит в районе 100 рублей. Вот я вот покупал такую упаковку 95 рублей, ну а цены везде разные. Вот, ну сейчас немножко перечислю их полезные свойства. Вот полезные свойства этого замечательного продукта. Вот сенегальская проса Рио в колосьях является самым любимым лакомством для попугайчиков, канареек, амадин и других видов птиц. Подобно птицам, живущим в природе, домашние пернатые с огромным удовольствием выклевывают зерна из натуральных соцветий. При этом, благодаря естественной сохранности и тонкой шелухе, зернышки из колосьев лучше усваиваются организмом птицы. Это особенно важно для подкармливания птенцов, больных птиц, а также птиц перед периодом размножения. Кроме того, проса в колосьях станет замечательной игрушкой и займет вашего питомца на длительное время. Вот. Проса Рио в колосьях собрана вручную, бережно высушена и сохранена в строго контролируемых условиях, что гарантирует свежесть и сохранность питательных веществ. Используйте проса в колосьях как дополнительное питание к основному рациону. Хранить в сухом прохладном месте. Ну, срок годности 2 года. Вот. Так что вот такая вот штуковина полезная. И вкусная, и полезная. И накормит, как говорится, и займет на некоторое время. Вот. Но такой вот колосок я, наверное, просто так подвешивать не стану. Потому что все это потери такие будут, наверное, 50% вот этих колосков, вот этих зернышек, они просто так упадут в эти опилки, которые у меня постелены. Вот, скорее всего, лучше взять блюдце какое-нибудь и положить вот этот колосок на блюдце для более сохранности вот этого вот проса. Вот, ну, попробую, покормлю, потом расскажу, как оно пошло все. Буду еще покупать или не буду. Съедают, не съедают. Так вроде на вид ничего. Ну, тут в упаковке уже видно то, что вот это просто уже оно выпадало из колосков. Вот. Ну, может, это все из-за хранения, транспортировки. Все-таки это не через одни руки проходит. Вот, а так на вид вроде нормальное. Вот, попробую, покормлю, потом расскажу. На этом все. Всем спасибо за просмотр и пока.